пока родители пошли в кафешку, мы решили упаковать все подарочки. Здесь и от милашки, и от меня подарок, и от папы подарок. Смотрите, вот такая белая сумочка. Ну, я потом вам покажу. Потом покажу, когда мама будет распаковывать. Заказали специально вот такую вот, смотрите, золотую бумагу. Видите, она такая вот. Нет, она с другой стороны золотая. С одной стороны зеленая такая, с другой золотая. А давай зеленый золотой. Шарики. Ну, такие вот маленькие золотые. Это, кстати, еще с прошлого раза в кафешку мы ходили. Милане дали шарик, и он до сих пор летает здесь. Так, сейчас будем все упаковывать. Заказала себе отличное нижнее базовое белье повседневное, просто офигенного качества. В упаковке было 7 штучек, цена классная, получается, эта упаковка вышла мне в 517 рублей, то есть один трус в среднем 70 рублей, там 73-74 рубля получилось. В магазине, конечно, за такие деньги ты не найдешь себе трусы. Ссылочку на Валберс, конечно же, вам оставлю, здесь вот такие вот цвета. Бежевый, получается, белый, черный, бордовый, синий, очень красивый цвет такой слива и серый. Под любую одежду подойдет, можно подобрать. Конечно, бежевый, белый, это такие базовые цвета, черный, бежевый, белый. Ну и остальные цвета тоже, они универсальные, подо все подойдут. Все швы ровные, в составе получается 95% хлопка, и я взяла себе размер 42-44. А вообще размеры от 42 до 54, так что абсолютно любая девчонка найдет для себя подходящий размерчик. На трусах были бирочки с китайским размером 2XL, 3XL, 4XL, и продавец об этом позаботился и в карточке товара указал российские размеры, то есть какой китайский размер соответствует российскому, чтобы было удобно выбирать и подбирать для себя нужный размерчик. У них просто идеальная посадка по фигуре, классно смотрится на теле. Вообще этот комплект мне посоветовала мама, и он тоже очень понравился, я решила тоже себе заказать и не пожалела. Смотрите, какие все швы ровненькие, прям класс. Трусы классно тянутся, и на Валберисе сейчас очень хорошая скидка. Маме заказали вот такой вот тортик, бенто-торт в Хики с наилучшими пожеланиями. Упаковка прям просто огонь. Тут, смотрите, снизу еще свечка золотая и ложечка. Но он сейчас запотевший, потому что в холодильнике был. Сейчас вот так вот вам покажу. И он классно подходит нам под шарики и упаковку. Ой, какая красота! Спасибо, мой господи. Там он с фисташковой, с малиной, по-моему, мамочка. Если не ошибаюсь. Значит, это мы сейчас будем пробовать. Мамочка. Милана, ты сказала, да, что ты не спит у нас? Да, она с 5 утра не спит. Да, вот, садись, подожди. Она лопает, вот это всего 4 шарика, в одном будет бумажечки. А как она лопает? А как хочешь, попой. Боже! И что тут? Ничего? Ничего. Ну, короче, это сюрприз от Миланы. Это еще не. Ой, такие красивые. А мы просто лопаем шарики. У Миланы будильник она заводила. Но в итоге. В итоге проснулась в 5. Будильник на 7 завела. Ничего. Боже. О! Бумажки. Ага. И что тут? Я сама не знаю, она там что-то сама делала. Я сама написала. Так, сердечко. С днем рождения. Все, уже посыпались? Да. Так. С первого, что ли? Нет, с последнего. Ну, как всегда бывает. Мама, я тебя люблю. Ты мой годик. Ну, самого большого. Думаешь, надо с него начать? Это в самом конце. Давай. Мне кажется, все распаковывают самого большого. Да можешь рвать просто бумагу. Это что-то, я не знаю, что это. Это что-то. Это отлиточки. Это какая-то одежда. Это отлиточки. Это костюмчик, рубашка и брючки. Ух ты! Главное, что подошло по размеру. Сейчас смотри, а мерить будем. Потому что там был размер 42-44 и 46-48. Но я так посмотрела, вроде нормально. Красивый. Я надеюсь, что подойдет. На пижаму. Очень красиво. Как на рынке. Красиво. На рынке. Людмила. Не, хорошо. Да хорошо, да. Ой, мама, сейчас вот это вот тебе прям вообще. Вот эту коробку я видела в машине. Да, я знаю. Я отклеила, помогли, потом не увидела.
Папа вообще положил в машине с наклейкой, прям вот так вот. Что там внутри? А кому вы доверили вообще? Мужикам? Разве можно что-то добавлять? Вот, капец, просто я так и поворачиваюсь, а сзади коробку прям с наклейкой. Да, все нормально, давай. Доставай. Как ты думаешь, что это? Ну, это точно фигурка, которая мне нравится. Только доставай аккуратно. Ой. Понятно. Это не про маму. Бабушки бардак здесь устроил. Ой, какая красота. Ничего себе. Ой, красота какая. Какой-то умничка вообще. Вообще красота. Подожди. Ну ты знаешь, да, что вот в том большом? Ну это казалось, там сумочка. Сумочка, да? Она догадывается, что там сумочка была. О, господи, дорогие, ну и что? Не хватает. Нерва. Там бумага такая плотная, я даже завязывала, но не порвала. Ну, она видно, что даже тянется. Прям классная бумага. А здесь вот так. Шарики. Он двухсторонний, можно как розовый носить, а можно как бежевый. Смотри, видишь, он прям перекручивает это. Иди покажу. Ну подожди. А ну-ка по размеру. Мы так долго выбирали. Мы на самом деле вначале взяли М-ку, а потом папа говорит, блин, М-ка будет большая. Пошли, вернули, купили S-ку. Да нет, все хорошо. М-ка была бы большая. Большая, да. Это вопрос сейчас. Ну давай. Наверное, самый долгожданный подарок маме. Которую она говорила. Она, наверное, в протяжении месяца. Не, ну вы купили? А вы купили? Не, нет, ну вы купили, да? Это больше, это 3 месяца. Да, потом. Вот ты его заклеила. Но мне нужно было, чтобы бумага держалась. Подарок, а знаешь, что здесь? Что? Ну давай. Хорошо, какая? Какой модели? Модель, наверное, тогда такая. Какой? Я не знаю, или пинка, или Гесс. Смотри. Тогда интересно, какого вы выбрали. А ты же Гесс не хотела, что это вдруг Гесс будет? Ну, я сразу сказала, почему мне нравится. Ты сказала, я не хочу Гесс, я хочу Фурла. Можно Гесс, но, конечно, лучше. В Пинка или Фурла? Нет, ну, я потом сказала, смотри, какая, когда мы тебе выбирали. Ладно, давай. Какая модель. Очень важна модель. Очень важна. Ну, давай же уже быстрее. Да сейчас, мы тут так заклеили, привет. Шарики! Шарики! Это шарики, это шарики. Нет, это не так нас писали. Почему они сдуваются? Ой, красиво. Вот твоя сумка пакетик. Бочка, я такую не видела. Это какая-то новиночка, да, у них. Подождите, мне надо раскрыть ее. Какая она красивая. Хочу. Не так. Ты как-то взяла ее. Подожди. Красивенько. Там была полукруглая, но мы тебя не увидели с этой сумкой. Мы вчера гуляли, опять стояла эта полукруглая. Вот такая она, изящная какая-то. Вот, теперь правильно ты взяла. Подожди, неправильно. Вот это вот так, вот это правильно. Каждого своя сумочка. Вот это вот так теперь правильно, да? Да. А можно еще вот так, да? Можно так, да. Ну, какая красивенькая. Тут цветы. Дочечка, я тебя тоже хочу поздравить. Дочечка, я тебя тоже хочу поздравить. Смотрите, какая красивая свечка. Золотая. Прям блестященькая такая. Я хочу. Сейчас. С днем рождения! С днем рождения! Тортик в разрезе, малина, фисташка. Он нежнейший. Милана сказала, кусай, я уже откусила торт. Прямо откусила. Прямо откусила. Я никогда так не делала. А какой маленький кусочек ты откусила? Маленький крысёныш. Пришли уже на пляж, арендовали на сегодня, на весь день вот такую вот кровать. Это 1.60 м на 2, она просто гигантская.
такая на цепях, кататься можно под навесиком, классно. Еще здесь есть лежаки, лежак 1000 рублей стоит весь день, и есть такая вот ракушка, 3000 стоит тоже весь день, а кровать 5000. Но ракушка немножко меньше, и мы бы все не поместились, так как у нас много людей, поэтому мы арендовали вот такую вот кровать. На ней мы точно все поместимся. Будем стрелять? Нет. Боже. Ё-моё. За твой праздник. Ура! Довольный ребенок. Карбонара, салат Цезарь. Ой, какая пицца. Подожди, Миланка. Блин, я забыла вам снять на Ютуб. Я в Инстаграм все сняла, а на Ютуб ничего не сняла. Я тебе дам. Но уже пусто, ребята, пусто. Там вот пицца была. Здесь, значит, вкусный салат. Вкусный салат. Ну, блин, ну, просто было вкусно, правда. Я тебе дам, представишь. Тут вот еще до и после. Грибочки вот эти вот. Я не пойму, что это за грибочки. До и после. Вот такие, смотрите, маленькие грибочки, очень вкусные. А здесь, смотрите, лежаки есть еще в тенечке. Есть вот, вот под таким навесиком, а есть просто под зонтиком. Приехали сейчас кататься на яхте. У нас вот такой допрос, блин, устроили. Куда? Да, какая яхта? Откуда мы? Так, аккуратно. Аккуратно. Откуда мы знаем, какая яхта? Я что, запоминаю, что эти яхты? У нас прогулка часовая на яхте. И потом вернемся к бабушке. Бабушка там на кровати осталась лежать. Она боится выходить в море. Поэтому она решила остаться на кровати отдыхать. Мама боится, но в прошлом году мы в Крыму тоже выходили в море. Но там была не яхта, а там было типа как... Кораблик. Ну, не кораблик это был. Нет, это что-то... Пап, как вы... На чем мы в Крыму выходили? В море? На катере. На катере. Вот. Сейчас а сейчас это должна быть яхта. В общем, маме в том году понравилось. Она боялась, конечно, но ей понравилось. Сейчас посмотрим, что будет в этот раз. Блин, ты пугаешь. Да почему пугаю-то? Он даже так не будет прыгать на волнах, как... этот... Катя, а ты точно правильно идешь? Проводит, да. Да, все, надо. Очки падают. Такая вот у нас яхта. Сейчас поплывем. Подождем капитана, наверное, так называется. И поплывем. Погода просто вообще офигенная. Держись, держись. Слушайте, на Вайлдберрисе заказала такой вот набор. Здесь 5 вертушек с рогатками. Вот такими вот. 126 рублей. Представляете, вообще 126 рублей. 5 штук. А на пляже, на море их продают где-то рублей по 250 одну штуку. Каждая светится, мы проверили. Вот, с рогатками, не просто с палочкой, ну, а именно с рогатками. Не знаю, как каждая, но по крайней мере это светится. Вообще класс. Давай, там... так делает. Он так пу делает вот так. Лайфхак от папы. Нет, не так, вот так. О, пальму сбила. А теперь за ней. И, короче, снимай сейчас. Помогай.
Мне кажется, леггинсы те большие. Однозначно большие. Шопинг у Миланы продолжается? Золотишко. Золотишко. Слушайте, сейчас не знаю, как в других городах, то есть, но в Сочи очень большие скидки. 90%. Ну, не 90, конечно, 70%. Нет, вот в этом сейчас мы были, но это типа Зара, да, сказали? Это типа Зара, да, нам сказали. Ну, я уже, на самом деле, запуталась. Они переименовались? Зара, да. Ну, мы спросили, сказали Зара. До 80 были. Ну, мне большие. Кажется, тебе большевато, тебе так не кажется? Нет, это детка. Хочу поменять свои часы, а то у меня уже... Не, мы смотрим размер. Это как у меня. Маленький размер. Да, мне очень нравится, как это выглядит. А это большой. Мне кажется, что большие будут небольшие. А вы такой капсулы далеко. Очень даже хорошо. Нет, мне не нравится. Какой? Я знаю, что мне не нравится. Такие вот. Зашли сейчас в Гес. Мне вот такая нравится моделька. Сумка. Беленькая. И она получается... Ой, класс. И она получается двойная. Можно тут отстегнуть, можно пристегнутой ходить. Такая цепочка здесь. Ты беленькую? Да, есть черная, вот такая вот и беленькая. Но мне вот белая нравится больше всего. Вообще, на самом деле... Да что вы говорите? А сколько она здесь стоит? У нас... У меня не гис, у меня фурла. Подожди, помоги мне цену, скажи. У нас в Стокмане, в Питере, в Жемчужине, она 14 тысяч, по-моему, стоит. Ищи. Можешь маленькой? Угу. Да? 16. А там у нас точно такая белая тоже. 14 тысяч. Он это типа как у меня. А, нет, это типа как у тебя сумка в бордо. Это, как она называется? Господи, забыла цвет. Да, у меня рыжая. Рыжая. Да. У меня немножко другая все-таки форма. У меня вот тебя рыженькая такая. Ну вот мне такие формы не нравятся. Шипокляк. Я знаю, что это модно, но мне такой не нравится. Этой женщине только вчера подарили сумку. Красавчик. Она стоит, опять сумки смотрит. Теперь в другом цвете, теперь голубенький присматривает. То она белая все время смотрит, а теперь голубенький. Валечки, смотрите, сколько здесь всего красивого. Какие туфли красивые. А что вещь? Папа нашел, куда сесть? 8500. Похоже на твои, да? Ну блин, они классные. Так сверкают. Лодочки. Вообще класс. Цена 16 тысяч. Сверкает невероятно. И каблук тоже весь в стразах. Есть в розовом и в черном цвете. Смотрите, какая сумка классная. А маме вот это нравится. И мне это понравилось. А мне вот это больше нравится. Ну, я просто больше люблю такие маленькие, миниатюрные. Но она маленькая, но сюда телефон помещается спокойно. И еще достаточно места остается для всего. Сейчас... Мне не нравится. И сейчас вот эта сумка 6800, да. Такая вот кругленькая. Такая, она, знаете, черно-серая такая, смотрите. Ты кто? Монстр? Сумочная. Мне еще сумочку дарят. Мне говорят, еще сумочку дарят. Какая она красивая. У тебя день рождения вчера закончилось. Подарки продолжаются. Посмотри, какая красивая. Ты посмотри. Ну ты посмотри. Да, да, мы поняли. Мы поняли, что тебе она необходима. Так что это 20.
Совсем неожиданно для себя, но я сегодня себе купила вот такую вот малышку, новую сумочку Guess. Просто зашли в магазин Stockmann, а там прям классная была акция на некоторые модели, но мне она так понравилась. В общем, эта сумка была раньше 13600, а я ее взяла за 6800. Цена классная, она прям такая маленькая, но при этом достаточно вместительная. Сейчас покажу вам. Получается, смотрите, здесь и кошелек, и карточки влазят, и телефон помещается, и еще остается, ну, грубо говоря, вот такой вот квадратик, куда можно, например, положить духи. Здесь вот такая вот фурнитура, матовое золото. Не знаю, мне она прям так очень-очень понравилась. Такая, знаете, черненькая с цветом мокрого асфальта. У мамы тоже подарки продолжаются на день рождения. Маме понравилась очень такая вот сумка, тоже Guess, голубая. Тоже скидка классная, 50%, цена такая же. И здесь прикольно, что эта сумка прям такой трансформер-трансформер. Можно с длинным ремешком носить, можно носить с цепочкой. Вот так вот получается. А можно носить, вот чтобы цепь вот так вот висела, и носить на длинном ремешочке. То есть вариантов очень много. И внутри, получается, здесь на молнии одно большое отделение, отделение вот такие вот просто как кармашки, и еще есть на молнии. Тоже сумочка симпатичная. В смысле, она красивая. Симпатичная. Шикарная.